Всем привет, дорогие друзья! Как вы знаете, после последнего патча в Assassin's Creed Valhalla у нас появились мерцания на экране. Ты нужен мне рядом. Очень долго искал информацию, вот видите, моргает. Хотя и ярл нашего клана, перерыл кучу сайтов, ребята, но все-таки я нашел. Получается, всего лишь нам нужно в настройках графики выключить это адаптивное качество, у кого включено, ребят, и выключить глубину резкости. Нажать «Применить». И все. Никакого мерцания, ребятки, не будет. Вот, смотрите, ни мерцания, ничего. Все нормально стало. Поэтому, кому полезен мой совет, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи.